Всем привет! Мы решили проехать в Водорбиевку на Цигельский водопад. Надеемся, он полноводный. И мы доехали до развилки, оставили машину здесь. Дальше не будем рисковать, так как навстречу нам попался УАЗик. И парень сказал, что тоже не рискнул проезжать, потому что очень глубокая яма с водой. В общем, лужа огромная. Пройти нам примерно 1,5 километра. Надеюсь, мы сейчас добежим быстренько. Дорога здесь, в принципе, нормальная. Колея прокатана. Мы немного изменили наш маршрут. Пошли, повернули на другую дорожку, так как та дорога вроде как по карте ведет в тупик. Но мы здесь впервые, будем прокладывать сами маршрут. Смотреть. Немного в горочку идем. Вернулись обратно. В общем, садимся в машину, едем дальше. Мы сейчас на улице Кавказская, повернули не туда. Навигатор повел неправильно. Нужно поворачивать с улицы Советская. Сели в машину, едем, объехали по той же дороге, как и заезжали, только в обратную сторону. И вот посмотрите, какая здесь дорога. В принципе, мы едем. Дорога достаточно терпимая. Информацию про этот водопад мы читали, то есть искали в Инстаграм. Обнаружила у девочки пост, которая объяснила, как проехать. И говорила, что здесь стоит постовой, но сейчас его нет. Протянута цепочка, и дальше они не пускают. Сейчас здесь никого, цепочка не натянута, и мы проезжаем дальше. Осталось примерно 300 метров проехать. Но здесь... Вот такая дорога. УАЗик сюда доехал, мы тоже. Только УАЗик чуть ниже спустился на площадку. Мы буквально вот 100 метров не доехали на нашей машине. Вот такие здесь красавчики живут, да? Голодные. В общем, мы спустились буквально 100 метров вот на такую площадку. И здесь как раз есть спуск. Буквально 150 метров нам сказали пройти, и мы упремся в водопад. Водопад любви. Вниз ведет лестница. Лестница комфортная, спускаться можно без проблем. Здесь течет уже ручей. Красивая природа, мхом все поросло. Еще один джип приехал. Привезли людей. Дальше проход вот по такой тропиночке. То вверх, то вниз. И почти мы уже у водопада, можно сказать. А где Серёжа? Вот идет. Давай его сюда. Сынок, иди сюда, пошёл. Давай. Давай вперед, вперед, держим равновесие. Давай, 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 молодец. Да, он идет. Вот мы и дошли к самому водопаду. Сзади нас группа. Да.
В этой чаше можно искупаться. Водичка, как писали, примерно 16 градусов. Вот такой водопадик. Конечно же, я забралась повыше, вот как раз к этой чаше любви. Водопадик красивый. Очень рада, что, в общем, течет вода здесь. Иначе в засуху его здесь, в принципе, не бывает. Я сяду, я вот так сяду. В общем, поход наш на водопад заканчивается. Мы возвращаемся обратно к машине. Ну, я бы советовала это место, особенно после дождей. Ну, имеется в виду хотя бы несколько дней подождать, чтобы дороги были сухие, чтобы был полноценный водопад. Советую это место к посещению. Всем пока, до новых встреч!